День добрый, уважаемые наши подписчики. Перед нами японская фреза шириной 1,40 м. Модель называется BS 1400. Крепление универсальное на 3 точки. Вал стандартный, 6 шлицов на 35 с фрезы выходит. Состояние ножей. Поднимем фрезу, состояние кожуха посмотрим. Так, общим планом фреза. Так, на фрезе также установлено посередине уголок, который снимается, чтобы распашник ставить. Так, вот крепление сюда ставится. По краям гладилки сглаживать после прохода. Уголки шторки также снимаются, и опорные колеса ставятся. На этой фрезе опорных колес не было. Работали на электронике в Японии. Так. Вал под фрезу, то есть под ножи, сплошной. Цепь находится сбоку. Такие фрезы считаются надежными. Сейчас мы заведем, покрутим и посмотрим. Обороты 2000 оборотов, скорость фрезы ПТО 4, фреза работает мягко, без посторонних шумов, звуков, колебаний. Рекомендуемая мощность от 17 до 23 лошадей. Пришла с Японии, вот латки делали, видать, в этом месте были проблемы с кожухом. И во втором месте также латка стоит. Сейчас мы приподнимем фрезу, посмотрим состояние ножей и кожуха. Состояние кожуха. Состояние ножей. Ой, крышка тяжелая. Еще раз общим планом. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всего доброго.